Вот такие крокодилы выросли уже. Здоровые. Скоро вылетим. Жилки открыты. И так они растут у нас. Все закрываем. Сейчас одного достану. Достал птенца, мне не втерпёшку посмотреть, какой он вырос за недельку. Вот наугад взял первое кольцо. Первый птенец, которого я кольцовал. Вот. Вот такой желтопузик. Тихо-тихо, шустрый. Ну вот так вот раз подросли они за недельку. Ладно, обратно пущу. Наверное, уже скоро на следующий муж вылетит. Вот все летают, довольные. Вчера купил себе самочку желтую. Одного себе желтенького оставлю. Вот этот. Привез ее, все нормально. Взял такую самочку. Вот едем домой. Скоро будем. Как раз у меня тут самечек, его оставлю. И вот ему заранее самку взял. Сейчас сделаю клетку, уже буду рассаживать, они уже подрастают. Самцов, самок тут отделю всех. Ну, вот такие вот дела. Это все у нас продолжают. По парам разбились. Сейчас у них тут бой не происходит, друг друга гоняют. Разобрали скворечники, теперь их активно защищают. Близко друг друга не подпускают. Самочка полезла кормить птенцов. Затарахтели пищалки эти. Сейчас уже скоро вылетит, тут он будет летать, пищать. Кормят исправно их, все, они растут, здоровенькие. Кстати, потом вырастал. Такие у нас будут. Вон синее пятнышко такое уже просвечивается. Вот этот самечек. На голове у него уже красная точка появилась. Морозник уже подвял, все равно трескает потихонечку.
самка птенцов покормила. Сейчас, наверное, самец пойдет. Ободрали все листики. Надо пойти еще нормально. Тоже держит. Ладно, пойдем делами заниматься дальше.